Это мой 12-й выпуск. Сегодня будем распаковывать единорога. Вот. Вот. Она стоила около 5000 рублей. И я вам сейчас даю ссылку, где я ее купила. Так, вот здесь. Вот, ребята. Кстати, скоро выйдет доллар серия бой. Оригинальная. Я думаю, что... Я так думаю. Вот. Я заработала на эту лодку. Ну, потому что я еще не буду. Ряди. Дальше. Окей. Так. Это где-то было здесь. Ресеты. И мы еще будем делать слайм. Вот, смотрите, вот тут нарисованы единорожки. Вот это Дейзи Данный, Рему Гангстер, Пупси Старлайт и Пупси Дудл. У нас попадется, то есть, либо Дейзи Данный, либо Пупси Дудл. Я думала, что у меня попадется Пупси Дудл. Это еще не мое. Давайте вот так вот. Не кончили. Вводить 4.
это будет... Вау! Это у нас... О, какашулечка! Где там хранится? Ай, это чтобы туда одеть воду и поить. Вот. Это какашка. А это крышечка от какашечки. Там в этой какашке хранится слайм. Вот это расческа, которую я вам говорила, что такая плотная. А тут такая милая, такая маленькая. Вот, давайте сейчас расчесываем. И сейчас будем делать слайм. Ребята, сейчас мы будем делать слайм. Вот тут инструкция. Давайте найдем русскую фразу. Так, русская. Я все равно знаю, как делать слайм. Берем вот эту мисочку. Так, еще палочку берем. Берем юникорн. Нет. Да, так, ножнички. Это обязательно ножницы. Оп. И ее достаем. Ой, главное, чтобы это... Тик-тик. А сначала не водичка? Нет, сначала вот так вот, а потом водичка. А давайте вот так вот и... Ой, какая молодец, все съедает. Прям все съедает. Ай, а... Все, давай дальше. Ложка она все-таки мне нужна. Так. Теперь, так, я уже ее поменяла. Теперь надо переключить, чтобы она ела. Опс. Съедай, здорово. Так.
Сколько мы наливаем? Ой, вот столько. Так, мы почти все высыпали. Вот так, теперь вот так вот закрываем. И трясем одну минуту. Ребята, все, одна минута прошла. Вот, я вам не сказала, что надо подождать 5 минут. Я подождала. И у нас получилось вот такой слайм. Вот, давайте достанем. Вот это наша ложечка. Вот она. Достаем. Хотя можно и не ложкой. Так, давайте достанем блестки. Так вот, Unicorn Shimmer. Так вот. Так вот, упаковки сюда. Ой, как красиво. Вот, мешаем. Такой блестящий, да вообще прям здорово. Оп. Теперь достаем магию. Ну это, может, на другой слаймик? Нет. Это как мука. Да? Зачем она? Чтобы слайм сохранил свою форму. Мешаем. Интересно, что получится. Так. Погреби не мешает. Вот так вот берем, набираем. Ой. Мешал и получился вот такой вот. Теперь достаем звездки. Хотя это не звездки, а какие-то, наверное, звездочки. Так. Ой, так это ты все зачем расходуешь? Ну, я не все. Там еще остались. Вот такой у нас красивый слайм получился. Вот. И теперь надо его положить в какашечку. А если не влезет, то в бутылочку. Не влезает. Ну, как-то так. Ладно, ребята, всем пока. Так что, всем пока. Пока-пока.